Острые проблемы здравоохранения и способы их решения обсудили в Общероссийском народном фронте. Свыше 600 активистов общественной организации собрались на форум «За качественную и доступную медицину». По словам участников встречи, самые проблемные точки российской медицины – это оказание первой помощи, работа участковых терапевтов, нехватка детских врачей и лекарственная обеспеченность. На встрече с лидером УНФ Владимиром Путиным участники форума попросили о моратории на оптимизацию здравоохранения. Эта тема сегодня больная для многих учреждений, особенно сельских. Да, может быть, с точки зрения чистой экономии средств, это и обоснованно. Имею в виду, что небольшое количество жителей проживает в небольшом, небольшой деревеньке какой-то или поселке, и содержание там ФАПа соответствующее дороже, чем межрайонные больницы в среднем, в усредненном масштабе. Но если людям негде получить медпомощь, как только в той небольшой поликлинике, которая работает там десятилетиями, нельзя ее закрывать. По словам президента, важно уделять внимание каждой из проблем и разбираться детально. К примеру, вопрос лекарственной обеспеченности должен быть решен к 2018 году. К этому времени Россия должна производить 90% лекарственных средств самостоятельно. При этом запрета на импортные медицинские препараты и технику не будет.